И как бы ты не было вот этих перерывов между этих всем. Ага. Нормально все. Че, пойдем? Забежи, пожалуйста. Видишь? А. Зачем? Просто. Звук, да, могу убрать. Мне просто нравится тема, которая, помнишь, я тебе рассказывал? Да. Да? Вот. Я пару раз так, когда я сам это тоже сделал, а потом смотрю, у него есть, меня это дико, ну, бодрило, что это клевая тема. Вот. Мы можем срезать. Сейчас я тут еще чуть-чуть зацеплю. Ужас какой. Чуханает. Вообще ужас. Очистись, когда придем. Хорошо. Это же биржа, правильно понимаю? Что? Биржа. Да. Ну как его развалило-то мужика-то. Сильно. Ну я уже вижу по нему. Тут что-то с ним неладное. Так, стой. Такие, смотри, как шапочки. Видишь, деревья. А, да. Блин, что-то мне кажется, не безалкогольный. Сейчас я. Кто? Биржа? Да. Ага. Кто? Она. Ага. Так, сюда приехала свадьба. Но. Быстро снимаю рюкзак, кидаем в лимузин. Мы тусовщик на свадьбе. Да. Приодеваемся. Тебатюски. Чё ты? Прикол, да? Мне проще от меня бегать. И там Посейдон. Кругом одни Посейдоны. Оберегает Васильевский остров от медведей. Всякой хрени. Ну, да. Вот это. Черная речка. Да? Черная речка, говорю, там было написано. Автобус едет. Да. Где же этот самый?
Пушкина замочили. Интересно, мне до Исаакия хватит батарейки? Ну, позырим. Вот наш кусок. Понял? Мы с вами. Да. Давай присоединяемся. Стаканчики. Блин, мне мясо тут прям попали. Клёво, они тут. Давай, снимай. Что? Часик. Свои? Время будем снимать, да. Давай. Сколько там на Петроградске? Без 15 час. Отлично. Народ вообще не парится, что их снимают. Они даже, походу, не палят. Сейчас попытаюсь вспомнить. Без свадеб, смотри сколько. Ленинград, город на небе.